Париж, Канны, Брюссель, Вена и Москва. 5 культурных столиц мира. В каждом городе овации, признания, аплодисменты и любовь публики. Причем капризной публики. Европейский зритель всегда отличался своим характером. Его не удивишь и не покоришь, по крайней мере, без должной подготовки. Молодым артистам из Astana Musical удалось без преувеличения снискать там славу. Они представили избалованному европейскому зрителю этнофольклорный спектакль «Хаджибек». Гастроли проходили в рамках программы «Рухани Жангру» под эгидой Министерства культуры и спорта. Евротур, говорят, в коллективе запомнят навсегда. Особенность еще заключается в том, что в этом проекте участвовало несколько коллективов и солисты. То есть театр «Astana Musical», также наш фольклорный ансамбль «Astana SAZ», который сидел тоже на сцене. И все инструменты наши народные, они солировали, и они были полноценными участниками этого степного театра. Бесспорно, зарубежные гастроли – новая страница в истории молодого театра «Astana Musical». Кстати, аналогов такого коллектива в Центральной Азии нет. Здесь, говорят, проект «Современная казахстанская культура» в глобальном мире, которая реализуется в стране, придаст новый мощный импульс крупным творческим замыслам отечественных коллективов. К слову, «Astana Musical» этот импульс поддержки уже получил. Это огромная возможность поднять свое мастерство на высочайший уровень и представить достижения отечественной культуры в мире. Несмотря на языковой барьер, спектакль очень понравился иностранцам. Они все поняли. Они говорили, что подобного спектакля не видели никогда. За блестящей игрой артистов Astana Musical стоит тяжелый труд. Эти ребята и сейчас оттачивают свое мастерство, несмотря на праздники и выходные. Все для того, чтобы зритель оставался довольным, восхищался и удивлялся. Ребята, молодые парни и девушки, закончили театральный институт несколько лет назад, но ничем не уступает своим старшим коллегам. Современный театр «Astana Musical» открылся всего полтора года назад, но уже сейчас репертуар обогащается новыми постановками, каждая из которых становится событием в культурной жизни столицы, радует ее жителей и гостей. От выступления к выступлению растет мастерство артистов театра, ведь молодые таланты с огромным энтузиазмом популяризируют жанр мюзикла в Казахстане. Мы совсем молодые, но уже успели поставить 5 спектаклей в культурной части международной выставки «Экспо». У нас было несколько премьер, а впереди грандиозные планы. Кстати, о планах. Уже в следующем году коллектив молодого театра намерен продолжить свои зарубежные гастроли. А пока турне по родному Казахстану. В рамках программы «Рухани Жангру» они намерены объездить отдаленные аулы, села и города. Анвар Шалихенов, Олжасбек Маденов, телеканал «Алматы», Астана.